Всем привет, я Дов, сегодня у меня LG. Модель D280N или LG L65. Ни разу не попадался мне в руки. Менять будем, судя по всему, дисплейный модуль. Включаем телефон. Видите, да, включился. Но экран у него темный. Если у него такой дисплей, даже не знаю, он ли это. Итак, скрутили винты. Снимаем рамку. Давайте посмотрим. Пристегнем. Пристегиваем дисплей. Ставим батарею. Видите, да? То есть можно менять батарею на нуле, ничего страшного. Главное, что дисплей работает. Так, отстегиваем дисплей, снимаем батарею. Так, смотрим, что будем делать. Судя по всему, придется снимать стекло. Снимаем системную плату. Шлейф дисплея находится у нас под системной платой. Отсоединяем разъем тачскрина. Камера остается. Вот он наш шлейф с разъемом. Так, здесь у нас, к сожалению, больше ничего не отстегивается, поэтому все-таки придется снимать стекло. Придется снимать стекло. Итак, друзья, ставлю на сепаратор, наверное. Сейчас прогрею стекло и продолжим. Продолжим снимать видео. Продолжаем снимать. Нагрели дисплейный модуль до 100 градусов. Давайте снимем теперь стекло аккуратно. Разъем стекла у нас внизу, то есть наверху. Около 5 минут дисплейный модуль с рамкой у меня стоял на сепараторе. Двусторонний скотч размягчился, снимается попроще, конечно же. Разъем тачскрина. Так, смотрим. Вот здесь у нас находится еще кусочек драйверов дисплея.
сняли. В общем-то, двусторонний скотч в хорошем состоянии, я бы сказал. Я думаю, на него и посадим. Разогреем его предварительно. Не будем его снимать. В любом случае он будет надежнее, крепче и лучше того, который мы поставим. Итак, друзья, вставляем дисплей. Вставляем дисплей. Снимаем пластик. Разогреваем двусторонний скотч тачскрина. Вставляем разъем тачскрина в отверстие и аккуратно опускаем стекло в рамку. Давайте запрессуем такими движениями несложными. Все прекрасно село. Клик. Кнопки Home. Ставим системную плату. Застегиваем дисплей, тач, нижний модуль, коаксиальный кабель, все, что отстегивали. Так, кнопка включения, кнопки звука, проверьте, чтобы на месте были. Вставляем рамку. Защелкиваем клипсы. Ну, батарея на нуле. Зарядим батарею. Итак, друзья, всем спасибо за внимание. Ставьте лайки. А я закручиваю винты, заряжаю телефон и возвращаю клиенту. 20 евро берем мы за эту работу. Всем спасибо за внимание и до новых встреч.